1973 год. Чемпионат мира в Братиславе. 10 тысяч зрителей заполнили лед, и мы ведем наш репортаж из Дворца спорта в Братиславе, где начались выступления спортивных пар. На льду Ирина Роднина и Александр Зайцев. Это выступление мы ждали с большим нетерпением. Они одни из претендентов на победу. Спортсмены идут на сложный прыжок. Параллельный прыжок, аксель в два оборота. Поддержка Ласса. Чистое приземление. Серия поворотов, шагов. И вот стремительно набирают темп наши фигуристы. Еще одна поддержка Ласса. Что произошло? Пропало музыкальное сопровождение. И вот 10 тысяч зрителей в этом дворце в недоумении переглядываются. Что произошло? Судьи обеспокоены. Но в этот момент раздался громкий голос Станислава Алексеевича Жука. Продолжаем выступать. Катаемся. И наши фигуристы идут на исполнение следующего элемента. Зал затих. Даже на верхнем ряду было слышно дыхание фигуристов. И только мягкое шуршение конька. Все с нетерпением смотрят на лед. И Ирина Роднина, и Александр Зайцев, несмотря на отсутствие музыкального сопровождения, выступали столь легко, пластично и, я бы сказал, музыкально, что они потрясли зал. Заключительная обводка. Тодос. У фигуристов еще остается последняя заключительная серия шагов. И программа будет завершена. Но как оценят это выступление судьи? Подкрутка. И заключительная поза. И вот спустя 20 минут судьи выносят вердикт. Они будут оценивать выступление. Зажигается табло. Оценки 5-9. И это золотые медали чемпионов мира. Я сегодня хочу сказать нашей народной фигуристке нашей страны большого счастья, успехов и новых творческих свершений. Спасибо большое, спасибо. Я без отчества. Вот, Сереж, по-моему, ты комментировал сегодня чуть спокойнее, чем в 73-м году. Ребят, спасибо большое. Я даже не знаю, как вы это выдержали. Потому что и память сразу пришла, и почему-то вот именно мне хотелось плакать, потому что мне вас жалко стало.